стоп. Теперь все-таки я расскажу о том, как же будет происходить этот процесс. Дело в том, что у нас есть одно важное правило. Одно важное правило. Мы набираем краску в руку. Набираем краску, все! Быстрее, осталось 40 секунд! Краску набираем! Все готовы, да? Друзья, поднимаем руки! Поднимаем руки! И готовимся! Готовимся! Самое главное, краску бросать вот таким образом! Начинаем прыгать! Начинаем прыгать! 10 минут мы будем приглашать на эту сцену самых ярких, самых...